Эй, девушка. Женщина, что вы делаете? Что вы делаете сегодня вечером? Как пикап от Артема. Все, не слышите меня. Все, знакомьтесь вот с этим чуваком. Просто заходите, смотрите, пикап от Артема, да, заходите такие в бар, просто такие, вот так вот, ловите первую девушку попавшуюся, просто в упор к ней подходите. Что вы делаете сегодня вечером? Просто никак тебя зовут, не здрасте, не до свидания. Просто вот так, вот так, вот так в упор подходишь, вот так вот, просто лицом к лицу. Что вы делаете, блин, сейчас выгоди. Что вы делаете сегодня вечером? Я припроваживаю свою квартиру. В принципе, без разницы, что вы делаете сегодня вечером, ты идешь со мной. А если она тебе откажет, скажет, что я припроваживаю тех, кто идет со мной в квартиру. Да? Да. Просто, просто берешь ее на руки и выносишь. Ребят, хватаешь и выносишь. Ловите лайфхак. Да, ловите совет, ловите только, лайфхак. Только когда это будете выносить и на руках, вот здесь вот смотрите, чтобы он головой не ударился. Я так понял, ты с большинством девушек как знакомишься. Причем не важно, да? Я это запомнил. Я Тамаре расскажу. Какой-то лавилаш. Это был, короче, лайфхак, как девушку, да, найти. А если, допустим, вы девушка и парня, все делаете то же самое, короче. Да-да. Причем, прикинь, да, девушка подходит к парню, такая: ты что делаешь сегодня вечером? Хватает на руки и уносит, да. Это выглядит смешнее, чем если бы парень девушку бил. Нет, это серьезно.